Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника главного штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции. Президент Армении в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями, сообщает пресс-служба президента Армении. Согласно сообщению, президент Армении не защищает какую-либо политическую силу, а руководствуется исключительно общенациональными интересами. Ранее помощник Саркисяна Асмик Петросян сообщила, что время, отведенное президенту для принятия решения по отставке главы Генштаба, истекает в 0 часов сегодняшнего дня. Согласно закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями акт премьеру, который обратился с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства не примет возражения, президент должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд. Если же президент не выполнит эти условия, документ вступит в силу автоматически.